Владимир Бехтерев был выдающимся русским невропатологом, психиатром и основателем школы рефлексологии. Он также внес значительный вклад в изучение гипноза. Вот пять его наиболее известных высказываний на эту тему. В основе гипноза лежит внушение, которое может быть как осознанным, так и неосознанным. Он подчеркивал важность внушения в процессе гипноза и его способность воздействовать на сознание и подсознание человека. Эти высказывания подчеркивают научный подход Бехтерева к изучению гипноза и его убежденность в том, что гипноз является полезным инструментом, который должен использоваться с осторожностью и пониманием.